Ассаламу алейкум, приветствуем всех. Это опять я, опять со своим телефоном. Мне сейчас мой пресс-секретарь доложил, что якобы включили санкцию, не знаю, или как правильно сказать. Короче, мой самолет включен в санкции. Не смешно, у меня самолета нет. И бедный один, наверное, страдает, но из-за меня. Но я знаю, что у американских дипломатов, руководства нет чести, совести, достоинства. После того, как они включили санкцию, мою лошадь зазуду. Ну и у них даже абсолютно человеческого ничего нет. Мою маму, говорят, включили санкцию. Она только бедным, малоимущим, остонуждающим помогает. А за что ее под санкции, или против нее ввели санкции? Что вы за народ, вообще вы народ или быдло? Я вам скажу одно, вы хотите травить нас с американцами? Я вам так скажу, мы заберем у американцев машины, самолеты, будем сжигать, будем беспредельничать. Вы нам показываете дорогу, законным путем, как совершить преступление. Вот вы совершаете преступление, мы по-своему будем совершать, ваши эти, европейские, как я не знаю, назвать их главами государствами или руководством министерства, потому что у них ничего нету, нету слова «я». Поэтому мы свое всегда возвращаем домой, как из АЗУ. Сейчас мы будем, если вы не снимете санкции, в отношении моей матери, клянусь Всевышним, я это просто не оставлю. Она нигде не участвовала, она всегда дома сидит, ни одну бумагу не подписывает, нигде в них и политически заявления не делает. Она только его вина, что она моя мама. Из-за этого я нигде не видел, чтобы включили санкции. Поэтому я скажу вам так, мы уничтожим тех шайтанов, которые сегодня существуют на территории, так скажем, за ленточкой, и последующим, те страны европейцы, которые поддакивают американцам, их уничтожим. И последующим дальше, как наш Висаитов, пойдем до Эльбы. У вас ничего нету, ни духа, у вас нету ни техники, ничего, Вы должны всему миру, и не стесняйтесь, живете, как лохи, у вас нету своего государства, потому что если вы отдадите долги, то у вас ничего не останется, Как вы живете, у вас принцип жизни какой, Так что вы не туда попали, Россия – это великая страна, у России есть разные, так скажем, народности, которые готовы отдать свою жизнь ради целостности, ради безопасности нашего государства. Я вам гарантирую, что
Вот и я молчал, когда про жену, про детей, про все там, про меня вы забывали, опять вводили, забывали, опять вводили санкции против меня. Но сейчас я вам говорю, ну, если вы не снимете санкции, ну, или докажете, почему вы ввели против них санкции, то и я вот, уверяю вас, ну, что вам это мало не покажется. Ну, вот. На территории европейских, ну, российских вот этих странах, вот ваши американские дипломаты, ну, не будут ездить. Ну, и они как наши лошади, как самолеты, как наши собаки. Ну, мы их тоже, ну, будем вводить против них санкции и будем задерживать. Ну. Так что я не шучу, Дон. Вы надоели нам, Дон. Вы никто и вас звать никак, Дон. Вот американский народ, почему вы не можете этого старого Дона и многоточие Дона остановить, Дон? Он же, Дон, убивает не только ваш народ американский, он убивает европейские народы, а украинскую полностью уничтожает, Дон. Просто, Дон, посмотрите, Дон, сколько погибших, Дон, сколько разрушено городов, Дон, сколько погибших детей, Дон, женщин, стариков, Дон. Куда вы смотрите, где ваша демократия, Дон? Куда, что вы говорите одно, а делаете другое? Это шайтанский метод, Дон. С нами у вас это... Это не пройдет, точно я вам говорю, но я вас уверяю. Я повторять не буду, но мне быстрее, но давайте, но ответ, но снимите санкции, но быстро, но и а то, но то, что вы вели против санкций моей матери, этого я вам не прошу, Дон. Я пойду на все, Дон. И так вы нарушили все законы, и вас вы так нарушили вы все правила жизни. У вас нету никакого демократии, никакого слова там в закон. Вообще нет у вас ничего там. Вот вы думаете, что вас все боятся. Никто вас не боится, Дон. Никто. Как возможно бояться, Дон? Вот посмотрите, Дон, на поле боя, Дон, или на полях боев там, что происходит, Дон? Как наши, Дон, подразделения уничтожают всяческих натовских этих, Дон, как сказать, Дон, этот швал, который, Дон, собран натовскими, есть, не знаю еще как назвать, Дон, какие-то там названия придумываете вы, Дон. Так что мы до конца украинцам, Дон, будем воевать, если украинцам не хватит мужества, Дон, сказать, Дон, что нет, мы не будем дальше воевать, мы будем вести переговоры и будем принимать то, что говорит Россия, Дон. А дальше, Дон, еще есть ближе другие страны, которые, Дон, сжигают Кораны, Дон, которые, Дон, так скажем, Дон, задевает, Дон, самое святое, Дон, у человека, Дон, это что, Коран, это пророк наш, любимый, саллаллаху алейхи ва саллям, Дон, это ценности, Дон, людские, человеческие, не знаю, Дон, а вы, Дон, что делаете? Вы живете как, Дон, хуже, чем животные, Дон. Вот, пока, Дон, у нормальных, я спрашиваю, вам нужны они? Если не нужны, пока они у руля, то я вас уверяю, Дон, ваш корабль, Дон, утонет, Дон.
и спасти, то он некому будет. Мы не хотим воевать, мы никогда не стремились к этому, но мы не отказываемся от этого. Мы всю свою жизнь только воюем. И воюем благодаря вам, потому что вы не оставляете нас. Первая военная кампания – это американский проект. Вторая военная кампания – американский проект. Грузия – американский проект. Все эти, сегодняшний украинский, американский проект. Это ваши проекты, поэтому я больше не буду повторяться, говорю, Аллах велик, Россия мощь, Ахмат сила, и да здравствует наш национальный лидер, самый лучший, мудрый, сильный, президент, человек, мужчина, Владимир Владимирович Путин. Аллаху Акбар. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.